Якутские танкисты, моряки, разведчики, пехотинцы и пограничники соревновались за право выступать на параде «Победа». Лучших выбирали на конкурсе «Смотра песни из строя», рассказывает наш корреспондент Юлия Великодная. Алиман – командир взвода разведчиков. На вопрос, будет ли служить в армии, уже отвечает уверенное «да». Признается, что карантин помешал подготовке к конкурсу, поэтому команда немного волнуется. Сначала было трудновато, я психовал, кричал, когда меня не слушали. Но потом, ну, как бы я 4 года уже командир, и мне уже как бы легче воспринимать все это. На финальном этапе конкурса «Смотра песни из строя» выступили лучшие школьники округов Якутска. Такой вот сертификат на участие 9 мая. То есть эти девчонки, мальчишки, они уже знают, для чего они здесь старались. Строгое жюри оценивает каждый шаг юных патриотов, строевую подготовку, исполнение песни и работу командира. Я надеюсь, что все пацаны, все ребята, именно юноши, после окончания школы, когда им исполнится 18 лет, они пойдут служить в армию, выполнять свой долг согласно Конституции Российской Федерации. Лучшими сегодня признали 9 команд в каждой возрастной группе с 4 по 11 класс, которым предстоит выступить на параде в День Победы. Юлия Великодная, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.